2010 жылы Кыргызстандан качып кеткен мурунку премьер-министр Данияр Усенов Беларусь президенти Александр Лукашенкоға эксклюзивті стол беле кылды. Өкөйнүн жолугушуусу 4 ноябрда Усенов жетектеген корпорацияда болгон. Наш подарок символичен тем, что стол круглый и 8 стульев – это по-китайски. Нет углов и 8 – это бесконечное счастье. Это мудро. Данияр Усенов Кыргызстандан качып кеткенден кийин аты жөнүн Даниил Урицкий деп өзгөрткөн болчу. Кийинчерээк ал Беларусь улуттук биотехнологиялык корпорациясын жетектеп баштаган. Примите наш подарок с нашей благодарностью, Александр Григорьевич. Спасибо.